пристегнуться. А то штраф придется платить. Ярослав, а где мы и что происходит? Что? Где мы и что происходит? Мы в городе Рязани едем на мой сольный концерт. Вот что происходит. Солнце в небе смотрит на меня. Надо мной летает вольный ветер. Он такой же, как и я. И хочется просто любить и дышать. И мне другого не нужно. Победа есть у меня не слова. И все потому, что я русский. Я иду до конца. Я русский. Моя кровь не кажется. Я русский. И мне повезло. Я русский. Всему миру назло. Мне пылает мое сердце, освещая путь домой, где хочется просто любить и дышать, и нам другого не нужно. Такие, как есть, и на всех не сломать, и все потому, что я русский, я иду до конца. Я русский, моя кровь от отца. Я русский, и мне повезло. Я русский, всему миру назло. Это программа «Мой район». Родион, а у вас же есть опыт, да, уличных выступлений или нет? Ну, уличных, как уличного музыканта, да, пару раз было. Вот в последний раз, наверное, когда мы пытались и успешно привлекли внимание к одному благотворительному фонду, и мы прям устроили в переходе таким акустическим полным составом выступление. Это было лет 10 назад, наверное. Даже больше. Вот. И в конечном итоге очень сильно ругались ответственные за переход люди, потому что мы перекрыли там движение. Пробку создали. Вот. Но было весело, классно. Где-то даже в интернете ходит видео. Вот. А самый первый вот раз... Вот оно, был... собственно, да, вот это, да, вот да, это, да, вот да, это вот видео, это, да? Это самое начало, мы только начали, класс. Люди подходили, говорят, кто это? А, да, серьезно? Да. А до этого был момент, когда вот я свои 10 лет отдал недвижимости. Вот, и я такой весь в костюме деловой шел по подземному переходу под Новым Арбатом на деловую встречу, и в переходе были парень с девчонкой, девушка на гитаре, парень там помогал деньги собирать. И так гитара не строила, господи, я иду мимо, и вот просто вот так вот, музыкант во мне сказал,
остановись и вмешайся. Я подхожу уже, у меня все кипит, говорю, дай! Настраиваю гитару, беру пару рифов, играю, и чувствую, а знаете, в переходах потрясающая акустика. И я начинаю что-то играть, и вдруг кто-то подходит и кидает деньги. Меня это невероятно как-то ввело в состояние азарта. И я начал петь, там, Сплины, Оэсис, там, еще кучу свое что-то спел. Полчасика, денег там накидали нормально. И ребята говорят, слушай, оставайся. Я говорю, нет, спасибо. Возьмем в коллектив, да? У меня другие сейчас приоритеты. Меня вот интересует вот аспект вот этого энергетического обмена, потому что все-таки, когда артист, мне кажется, ну, на сцене, публика там, это одно. А когда вот такой контакт, там же как-то все по-другому должно работать. Мне кажется, и я думаю, что ребята со мной согласятся, что все зависит от количества публики. Если вот за людьми не видно дальше вообще ничего, то есть вот тебя обступили плотно так, что ты больше там ничего не видишь, на сцене ты стоишь или нет, это уже не важно. Они тобой уже заряжаются и заряжают тебя. Вот. А если тебя слушает там два человека, то ну, немножко другое ощущение. Но, наверное, вот этот вот сценический кайф поймать в переходе проще, потому что меньше нужно народу, чем, допустим, на фестивале. На фестивале ты стоишь на сцене, у тебя там 100 тысяч человек, и тоже другое совершенно состояние. Но и то, и другое — это два кайфа в чем-то схожих, в чем-то разных. Мне кажется, есть сложность определенная в том, что когда ты выступаешь, люди идут по своим делам, кто-то в своих мыслях, кто-то занят, у кого-то проблемы, да, люди не пришли на концерт, они идут по своим делам. И вы смогли их удержать. Такие, да, о, вот я хотела сказать. Да, и как раз к вопросу об энергетическом, да, обмене. И они слышат, да, что что-то красивое, что-то зашло, да, грубо говоря, им понравилось. Или песня какая-то знакомая, любимая, давно не слышал. Человек отвлекся от своих проблем, он остановился, послушал, даже где-то подпел, у него поменялось состояние, у него пошел другой энергетический обмен. Люди благодарят, говорят, ребята, класс, вы сделали наш день благодаря этому. Некоторые на работу опаздывают. Это самый честный, на самом деле, самая честная оценка того, что ты делаешь, потому что у тебя нет какого-то своего там фан-клуба, который приходит, да, на все твои концерты, да, там, с какими-то плакатами. У тебя нет какого-то зала, в который люди все время ходят, чтобы послушать музыку. Есть ты, есть улица и есть люди, которые тобой не заинтересованы. Вот. Да. И вот если своим выступлением ты их смог зацепить и заставить хотя бы на пару минут остановиться и послушать, вот это самая крутая, самая лучшая, самая честная оценка того, чем ты занимаешься, того, какой ты музыкант. Это программа «Мой район».